Баканьян, 1 доллар. Что делать после ядерного взрыва? Сваливать в обратном направлении от эпицентра или сидеть дома? Выгорают аккумуляторы и процессоры. Машину получится завести? Есть смысл снимать клемму с аккумулятора перед взрывом? Ну, вы знаете, вот вы как-то иногда путаете разные факторы ядерного взрыва. Вот то, что вы там про ИМИ говорите, ИМИ – это поражающий фактор высотного ядерного взрыва. Вот он, высотный ядерный взрыв, наводит он электромагнитный импульс, наводит он на всяких электрических цепях, вот что происходит. Выводит из строя линии связи, значит, электрические связи. Но надо сказать, что все серьезные эти вот устройства, они, естественно, испытаны на действие, значит, вот этого самого ЭМИ, электромагнитного импульса ядерного взрыва. Так что в общем и целом работа электросетей, работа сетей связи будет обеспечена. Что касается наших вот бытовой электроники, вы же понимаете, высотный взрыв не для этого рассчитан. Какие у нас размеры этой бытовой электроники? Маленькие вообще. Насчет того, что сваливать от эпицентра взрыва, ну, я не очень себе представляю ядерную войну вот в реальных условиях, потому что, в принципе говоря, ядерное оружие было когда-то рассчитано на то, что его не будут применять. Это ядерное оружие, которое стратегическое. То есть, если вы на нас бахнете, мы по вам бахнем. То есть, это вот делало ядерную войну невозможной. В то же время есть такое понятие тактическое ядерное оружие, которое вроде как маленьким тротиловым эквивалентом обладает. И вот, а вот давай бабахнем. Хорошего в этом ничего нет. И вот у меня такое вот убеждение, что демонстрировать на войне, значит, применение тактического ядерного оружия – это просто обесценивать его популярность у населения, да? Страх и ужас. Да? Представляете, вот население знает, что где-то есть мать драконов, и у нее есть какие-то драконы, которые все испепелят. А тут приходят эти дракончики, вот они, значит, чешут, гоняют блох, что-то тут зажигают костры там свои. Господи, ерунда какая. А мать драконов чего из себя представляет? Подумаешь, какая там блондинка. Вот, ну, в общем, все не так получается. Вот как-то вот это очень сильно дискредитирует ядерное оружие. Страха перед ним не будет. Хотя ведь все ядерные державы всегда были заинтересованы в том, чтобы преувеличивать страх и ужас, который ядерное оружие вообще должно вот производить на всех. Вот, да, чего только один Поговский комитет стоит, да? Вот, который в секрете существует, никак свою деятельность не освещает. Но, видимо, он занимается нагонянием страха. Вот, вот я про это хотел сказать. Теперь вот хочется мне тоже сказать. Вот, понимаете, как вот вообще говоря, Герберт Уэллс, он сказал, что вообще вот европейцев, европейскую цивилизацию, западную цивилизацию с военным делом по-настоящему познакомился Будай Богатур. Помните такого персонажа? Это первое лицо при хане Батый было. Да? Он со своим, значит, войском хан Батый в 1237 году вторгся вот на просторы нашей любимой родины. Рязанское разорение, поход на неудачный поход на Новгород и возвращение во время разлива по Батыевой дороге, так называемой. Это водораздел Дона и Волги. Вот он туда ушел в степь. Угу. Вот это вот его история. Ну и при этом разрушив тут, проведя колоссальные разрушения. И вот с тех пор он стал вот для нас, для нашей военной науки, в общем, авторитетом. В чем заключается? Никого не жалеть. То есть пришли, все сожгли, побили, всех испугали. Раз. Второе, ну тут вообще маленькая загадка, он ведь, это была армия кочевников, они пришли сюда на лошадях, у каждого было 2 коня, и перемещались они вот здесь, а здесь ведь никто их не ждал, для них никто не запасал корма для лошадей, да, а у нас тут зима, местность лесистая, то есть не совсем понятно, как они обеспечивали такую огромную, значит, количество лошадей достойным кормом. Вот непонятно, честно говоря.